Так, привет, народ. Это Львинос, это Divine Journey. И Journey, короче, Дежаву, может, правильно произнес, как всегда. Так, чего меня ждет? Меня ждет вечери, который бы я с удовольствием скипнул, но, к сожалению, этого сделать нельзя, его придется изучать. Мне вся канитель, как я объяснял, идет о том, чтобы получить вот эту вот Cocket Lamp Ship, которую я могу, став Беовульфом, короче, этим оборотнем. Вот, и он мне нужен для того, чтобы получить вот эту вот хренотень, лям кристалл, который мы получим жареного этого самого, и потом, ну, блин, надеюсь, я потом ее смогу удвояивать, и она мне нужна для создания вот этих, также вот надо будет мухоловки, для этих вот Dragon Core, да, Dragon Core рецепт, как на по-другому какие-то, я его получать не смогу. Плюс некромантик шарт, ну, в общем, мне и кабальтитовые самородки, в общем, без вечери я это не пройду, поэтому мне его придется изучать. Для того, чтобы пройти дальше, то есть убить, вот получить этот вот урну Леонардо, которая для чего она нужна вообще-то. Ну, хрен знает, для чего она нужна, но по заданию она нужна. То есть я должен убить Леонардо, это первый босс вечер. Для этого прошлый раз, который был очень давно, я сделал вот такой мистический отросток. Даже нет, как его сделать. Вот это ветвь энда, рецепт. Она выпадает из эндов, когда вы рубите саженцы из вечери. Ну, вот эти вот любые рябину, там что-то рубите, появляется энд, его убиваете, потом... Ой, не помню уже, как этот мистический отросток делаете. Вот. Есть такое заклинание, карамбус, или как он там, вот с помощью этой ветки, как видите, вот, оно выглядит. Зажимаем shift и... Ой. Вниз, влево... Ой, неправильно, люмос. Вот я хочу на него использовать такое вот зачарование. Ай, опять не получилось. Опять не получилось вот такое вот зачарование. Вот такую вот, как это называется? Вот, адабра-кедабра. Вот, но вы должны быть зачарованы. То есть я должен наложить на себя чары, чтобы возможность этим пользоваться. Для этого мне надо сделать адскую там какую-то хрень. Вот, адская хрень зачаровывается тут. Ну, короче, штука, которая зачаровывает, да. Так, для этого нам надо мутандис. Ну, вот эти вот все процессы нам придется пройти. Так, закипело, знаешь, китаем адский нарост и мутандис. Он начинает работать и нам дает мутандис там какой-то. Вот он. Так, наливаем опять сюда воды, берем вот этот мутандис, да, и делаем следующее. Опять цветок мандрагоры, адский нарост, слеза богини, абсолютное зло. Ну, естественно, я тут подготовил все, да, и кидаем цветок этот и мутандис. Так, партиклы пошли, да, сделал все я правильно, и мы получим сейчас, надеюсь, ага, вот на меня какой-то эффект наложился, получили капли удачи. Так, куда я ведро сунул? Так, капля удачи мне нужна для того, чтобы получить Redstone Soup. Насколько я помню. О, попустило меня. Хорошо. Так, Redstone Soup мы варим тут. Для этого наливаем воды. Берем компоненты. Пыль, язык собаки. Вот этот вот капля удачи. Цветок белладонны. Шерсть летучей мыши. Цветок мандрагоры.
Это мы все кидаем сюда, сюда, сюда. Ну, в принципе, я могу показать, как это получается. Кьют. Кьют. Вот, пошли зеленые партиклы. И, блин, я забыл переодеться. Так, мне для того, чтобы получить, может быть, больше, я должен быть вот в этой одежде. Чинг? Нет, у меня получился один суп. Ясно. Я лох. Так, дальше. Чтобы получить адскую какую-то там благовенность или что-то, мне надо вот эта вот штука пойти сюда. Я летать же не могу. Вот эту вот, получить куклу специальную. Для этого нам надо выстах Сахатова там какую-то хрень всякую. В общем, я говорю, я бы скипнул этот вечери, но, к сожалению, это не получится. Так. И получаем какую-то там куклу с шипами. Вот. Ну, заодно и вспомним все, что я тут делал. Вот. Идут там. Вот. Мне надо адская враждебность. Она делается вот красный суп. Красный суп. Это надо это. Мутандис я вот только сделал до вас. Потом надо вот кукла Вуду. Вот. Иди сюда, дорогой кукла. Вот. Надеюсь, адской враждебности мне получится больше получить. Потому что я это буду делать в ведьмином одежде. Значит так, берем суп из редстона, сердце демона, которое мы вызывали, зелье вреда второго уровня, абсолютное зло, которое где-то у меня, наверное, готовится, да? Вот еще абсолютное зна сделал так. Кукла Вуду только что видели. И стержень ифрита. Так, дальше берем воды. Виливаем сюда. И, в принципе, можем кидать компоненты. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, удалось. Все правильно. Зеленые партиклы пошли. И S2. Ну, 2 хотя бы дало. Очень хорошо. Так, теперь у меня есть адская враждебность, и мне надо зачароваться. Как-то там зачароваться. Так, адскую враждебность одну мы покладем сюда. Покложим. Положим. Так, это сюда, должен быть порядок. Так, для этого надо нам круги ада 2. Значит, это мы кидаем сюда и тынк. Ага, появился индикатор, вот как видите, справа. И я могу вызывать... Ага, сработало. Так, с этими ящиками, по-моему, все. Так, теперь мы можем вернуть обратно свою одежду. Кто не видел, как я ее получил, можете посмотреть в видео. Так, на данный момент мне не надо вот это. Книга квестов, в принципе, ведьма, ведьмство, вот как она чаруется, вратская и адская враждебность, 4000 в алтаре. У меня в алтаре на данный момент 16 тысяч. Хорошо. Вот. Ладно, пускай тут кипит вода. Пригодится. И туда я тоже налью воды. Пускай она всегда будет. За кадром я сделал еще одну перегонный куб, потому что сейчас понадобится мне довольно-таки много всего делать. Так, это мы убираем. Это, ну, пускай будет. Так, для борьбы с этим чуваком это пока не надо. Это мне понадобится. Этот, естественно, понадобится. Это на всякий случай надо. Ну, демонические яблочки без проблем. Так, чтобы его победить,
Для чего это я все делал? Это вот адская враждебность, помощь. Теперь я могу пользоваться вот этим Кадабра. По идее, она убивает с первого раза. Не знаю, как тут сделано. Вроде говорили, что не работает. Но я решил попробовать. Так, теперь нам надо поменять круги, чтобы их не потерять. Я воспользуюсь магией кругов. Так, для того, чтобы их забрать, мы пустой талисман круг, который делается вот таким вот макаром, кидаем сюда, ну, чтобы не тратить мелки. Это тыркаем, и она заберет эти круги. Вот. Теперь мне не надо будет их заново что-то там делать. Тут у меня уже все готовые круги. Разные, чтобы не писать, потому что на это вот тратятся мелки. А мелки я починить не могу. А делать их очень запарно. Я их чинить же не могу. Я его использовал. В общем, они тратятся, да? Вот этот я, допустим, починить могу. Вот. А мелки не чинятся. Их только можно сделать. А делать их адски мелко. Не помню уже даже, как их делать. В общем, делаются эти мелки. Рецепт. Вот, видите, надо тын-тын-тын-тын. Получаем синий мел. А чтобы получить этот, надо известь. В общем, так. Еще фигня. Так, это мне понадобится, наверное. Не, это мне нельзя использовать, потому что она будет выкручиваться. Так, значит, мне, чтобы вызвать Леонардо, надо вот эти круги поставить. Тек. Это мы делаем так вот. Пум. И восстанавливаем, да. Забираем вот эту вот фигня. Это не должно быть тут. Так. Так, и нам тут понадобится котел для этого самого, для Леонардика, Ди Каприо. Так, нам надо это. И вот это. Угу. Значит, идем сюда. Ставим вот это. Тут мы ставим хрень вот эту. Так. Поджигаем землю. Угу. Так, дальше ставим котел. Я говорю, котел ставим. Вот это уже не надо. Выливаем 3 ведра воды, которые у меня есть, да. 3 ведра воды. Так. И пожелайте мне удачи. Так, значит, что? Мне надо это. Этот, по идее, мне не нужен. Это тоже не надо. 3 ведра воды мне уже не понадобится. Что еще могу воспользоваться? Чем я могу еще воспользоваться, чтобы... Так, у кого тут у этого урон есть? Так, я понаделал зелье чернил в котелке. Оно, в общем, ослепляет вот этого Леонардо. И чтобы нам его вызвать, надо адский нарост. Ну, везде по-разному пишут. Адский нарост, слеза богини, алмазное испарение. Так, слеза богини, вот ведь делается, как видите, так. Дыхание богини из саженцев. Алмазное испарение делается... И алмаз, купоросное масло, которое делается из извести и вонючего дыма. Вот, как видите... Ну, алмаз, это понятно, как делается. Так, это мне уже не пригодится. Это, надеюсь, тоже. Так, ладно, надеюсь, этот мне не понадобится. Это. Алмаз нет. И шляпа ведьмы. Ну, самое тяжелое было шляпа ведьмы. Это золотая нить дуновения магии на вот этой вот штуке. На прялке делается вот тут вот. Потом вот эти вот рецепт.
Вот эти вот пропитанная кожа делается дуновение магии, алмазное испарение на руническом алтаре. Это кто не помнит? Вот тут вот, вот на этом ботании. А сама шляпа делается из вот такой кожи, которая делается вот таким вариантом. Вот, вроде бы все есть. И если у меня что-то не сработает, то будет не очень. Так, ну что, заряд инвентаря есть. Нам осталось... А, подождите, мне надо еще взять ветку Анта, чтобы его как бы вот отсюда... Я планирую тут встать, так ее зики. Ух ты, как я быстро тут прыгнул. Так, ну пожелайте мне удачи, вызываем этого самого Леонардо. Кидаем... Первый компонент, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Партиклы пошли. Так. Ветка Леонардо и вот эту хрень. Так, чтобы он меня не увидел. Так, теперь. Два. На данный момент он нейтрален. Какое-то время. А, не сработало. Может, когда он ходить начинает? В смысле неизвестный символ? Да блин. Да блин. Давай ты ж... Да. Как мне в него попасть? Я shift отпущу, и он начнет. Не хватает энергии. Ай, блин. Так я же стрелял в тебя, Леонард, ты мать, кауку. Блин, ну ладно, надеюсь, он, пока его не трону, он нейтральный. Адская враждебность и круг. Ой, малый адский круг. Не, не малый. Мне надо большой адский средний. Где мне тебя нарисовать, блин, чтоб ты влезло. Блин, тут... Раз-два, раз-два, блин. От котла раз-два, тут вроде бы пройдет. А тут вот алтарь мешает. На! А я его не смогу убить. У меня не хватает Леонардо. Леонардо. Если он начнет офигеть. Я ему как-то по барабану. А чё? Невосприимчив? Ай-яй-яй, как мне тебя... Если что, смотань. Ну, я его могу убить. Так вот. Я его убить не смогу. Ясно. Так, где мне тут адские эти круги начертать? Мат твою.
чтобы зарядиться. Ну, вроде бы, может, тут получится. Зарядились. У меня один выстрел. Так, я зарядился. Значит, его должен нейтрализовать. Потом попробовать. Где ты там, блин? Я сам ничего не вижу. Так, ну, допустим, я его побил немного. Так, и вот эту ветку. Тым. И нет! Ты, тварь беспардонная. Возродиться. А, ты умер, блин. Зашибись, блин. Зашибитлз. Ай, блин. Ой, как мне сейчас с ним справиться? А где мои штаны? Вот они. Это... Бонзай, короче, что ли, да? Ну, ей это можем съесть. Ветка анта на него не работает. Должна работать, зараза. Она же должна работать. Ладно, давайте сожрем яблочко. Так. Так, я в него кинул. Давайте его попробуем. Я, наверное, сейчас читерить найду. Я помню, что его убить нельзя. Он там что-то неубиваемый в самом конце. Он сейчас вырастет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, фиг тебе. Во. Не, иди ты нафиг, я с тобой, извините, я буду читерить, я не хочу, я это, не хочу. Гейммод 0, ой, 1, и вроде бы так его убить можно. По идее, его должен убить везде, пока я еще убиваю. Почему он не убивается, я не знаю. Так, и я его почти что честно убью, вот, создам вот этот... Креатив вроде. Все. Извините, я не хочу маяться тут 100 лет, блин, с этим вечери. Тем более он тут исправлен, переправлен. Короче. Вот. Мне только это надо было. Ай. Ай, чтобы этих убить, там тоже что-то надо, блин. Идите сюда. Штуки. Каких-то там как-то и убивать надо хитро. Ой. Где я тут? Вот, короче, этот самый неадекватный босс, там его надо какими-то зельями закидывать. Ну, в общем, убить можно. Ладно, я потом потренируюсь за кадром и попробую его уже убить. Там надо его чем-то закидывать, какой-то там демонской сущностью, которую не нашел. Из-за этого мне пришлось вот такую вот фигню сделать. Я уж, конечно, извиняюсь, но надеюсь, мои зрители меня... Ой, простят. Не хочу я возиться с этим, блин. Не хочу. Я ее хочу пропустить. Это вечер вообще, ну, нельзя. Надо делать. Вот. Короче, вот Леонардо мы, значит, типа прошли. Получить награду. Нечестно, да, знаю, но... Так, леонардовская урна. Для чего ты используешь? Ага, то есть, по-любому, мне его все равно надо будет вызывать когда-нибудь еще. То есть,
А потом это урна Леонардо, и надо будет соединять там для чего-то. Ну, короче, я ее получил. Пока что она мне больше не нужна. Мне еще смерть ждет, которая убивает. Так, зелье чернил можем положить. Эта хрень вообще не работает на Леонардо. Маленькое желтое сердце. А, что у меня по сердцам-то? 10, 10. А, зеленый надо будет делать. Так, это маленькое сердечко. Зеленое сердце. Dragon Heart. У меня зеленое Dragon Heart, только, по-моему, одна. Usage. Для чего еще Dragon Heart может понадобиться? Для создания сердец. Рецепт. Нет, их только выбивать надо. Dragon Heart. Так, где этот мой? Это сюда. Так. А, подождите, а где искать? Вот тут, что ли? А, вот это сюда. Так, что еще у меня тут должно было быть? Факел не нужен. Так, сердце демона. Ну, демона и так могу купить, вызвать или купить. Вопрос, стоит ли мне делать Dragon Heart этот. Или я его уже использовал, я вот сейчас не помню. Так, ведьмовство можем сюда положить. Так, чтобы его убить, мне надо какой-то демон. Нет, на английском. Демон. Что-то там демона какая-то. Душа демона. Проклятие демона. Или что-то там пишут. В самом конце его закидать этой хренью можно. Так, туннельная точка. Peer-to-peer. В смысле, я ее что, сделать не могу? Как это? А, R. У меня R работает? Работает. Да и хрен с тобой, у меня сейчас другие проблемы. Так, что за книгу-то дал? Майнкрафт, ничего, гибель насекомых, зажмите приседание, информацию, разочарование. Гибель насекомых, ну, конечно, что ж ты мне еще дашь? Так, usage, давайте посмотрим, так. А что я так не могу? Usage, нет. Так, драгон, не так. Сердце тебе не хочется покой. Так, Dragon. Dragon Heart. Есть. Так, usage. Я говорю usage. Так, сердце для дракона. Для чего оно мне еще надо? Не для чего, только для вот этих. Так, тогда берем сердце демона. Да, ё-моё, Крипера. Так, это и сердце дракона. Dragon Heart. Ну, блин, надеюсь, я не зря это все делаю. Так, маленькое зеленое сердечко. Для тебя можно использовать. Блин, и нахрена я его делал, если неутроним у меня нету. Она ж так не работает. Его надо поместить. Ну ладно. Хай будем. Так. Магнетик трафт. Что для этого бесконечной хрени надо? Это Applied Energetic. Ой. Капа. Капа-капа. Тын-тын. Так. Applied Energetic. Так.
моды. Во. Ага. Infinity Booster Card. Беспроводный усилитель. 64 МК. Diamond. У меня чё, его нету? Infinity. Не тут. Вот тут она. Так. Infinity Booster Card. Нету. Странно. Тек, не так. Что там эти мои чувачки делают? Работают? Ну, тут вроде бы все работает. Хорошо. Я что такое? Суюнду края. Так, дальше. Infinity Boost. Так. Infinity. Беспроводный усилитель. Так. Допустим, что у меня есть? В смысле, вообще ничего нету? Чего не хватает? Порошок жемчуга. Перемолот. Так, порошок жемчуг края. Раз, два, три, четыре. Это у нас... Тут у меня есть что-то? Я ж ни хрена не помню, что у меня есть. Чё... А. Куда ты попёр? Залетай. Так, что это у нас тут такое? Это у нас варка. Тут. Хорошо, сделали. Так, 4 бостера. А, ну, пофиг, 10. Так, дальше. Diamond Latency. В смысле, у меня ее не было. Так. И Corrupted Draconium Igant. А. Draconium Igantов у меня вообще нету. Может, где-то и находил. Awaking. А Вейкинг нет, даже не находил его нигде. Понятно, почему его не делаю. Мне надо вот этот Драконию Мигант, да? Так, а этот как делается? МК-64К. Я их сейчас он не делал. Да, блин. 64К. Компонент хранения. Сколько мне их надо? Пока я тут буду заниматься. Так, а тут их нету. 64. Нету. 2. Далее. В принципе, он может это все сделать. Так что давай, делай, штука. Трин-трин-трин-трин-трин-трин. О, сделал. Так, и чего у нас? В принципе, Infinity готов. Ну, только нету МК вот этих двух. Ну, а это не это мне сейчас важно. Ладно, давайте покушаем. Так, это я, ну, типа, сделал. Я еще раз попробую его, ну, вызвать и убить, как полагается. И вы уж меня извините. Ну, вот честно, честно. Так, ТЗ Томен. Так, импу демони контракт. Мучение 1. Так, эти, я так понимаю, сделал, да, демонический контракт. Контракт. Das ist контракт. Так, контракта нету. Тут нету. Так, контракт. Где-то он должен быть. Как он пишет? Демонический контракт. А, это на русском писать надо. Так, контракт. Контракт. Странно, у меня же он вроде бы как бы и был. Демонический контракт. Я же его делал, значит. Делал. Где он есть? Контракт. Ты где? Хотя, в принципе, это же вечер. Это могло быть и тут.
где-нибудь лежать закинуто. Нету. Ну, нет так, нет. Вот, теперь мне надо будет пробовать вызывать им, поскольку у меня, кстати, вот этих... Вот, насколько я помню, вот этой вот муки мне маловато. Так, сколько у меня эссенции. Так, а как же вообще делать-то рецепт? Для этого надо Extreme Stone, Master Stone. Или из этого, да? Master Infusion Stone, рецепт. Это уже у нас идет звезда. Это вот это, ясно. Рецепт Extreme. Экстремальный. У меня вроде бы он есть. Ученый. Так. Так. Extreme Infusion Stone. Это же на две штуки я когда-то его сделал, да? А зачем я его сделал? Экстремы. Я уже не помню. Usage. Тыш. Их тыш, мышь, тыш. Так. Рецепт. Рецепт. Usage. А, мне их два надо было вот для этого. Вот. Но я его не могу сделать, потому что у меня нету. Бедроки есть. Это есть. Вот этих нет. Звезда Нижнего мира. Это вообще фигня. А вот этого нету. Для этого это надо. Вот эти надо. Коры. Ёп. Японский городовой. Угу. А Master Infusion Stone. Так, Stone. Блин, да, чё ж ты ж. Stone. Stone. Камень, может? Камень. Каменюгу. Да, блин. Infusion Stone. Как он пишет? Стоны. А и стоны. Значит, стон. У меня только такие стоны. Интересно, его чернуть. Вот так, а где у меня зачарка? Наверху, по идее. Интересно, его зачаровать можно? Не чаруется. Не чароватый. Так, рецепт, 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 рецепт. А, укрепленная плита и вот эти, да. Я вот хочу проверить. Ладно, это, наверное, за кадром сделаю. Не будем пока что портить. Так, это ушло. Так, кстати, я сделал все, по-моему, открытия вот тут. А, это вот тут, вот, наверное, лежит у меня, да, книжка. Вот. За кадром я еще Том Крафт открыл немножко. Ой. Том Фом Крафт. А, блин, тут не уменьшается. В общем, все открытия в Том Крафте в этой книге сделал. Вот, и как видите, у меня шрифт есть такой, он настраивается Mod Option, и есть у нас на S как-то, Sonic Simple Fonts. Тут выбираем конфиг, и тут вот, кто более умеет, может Arial Black, допустим, выбираем, готово. Вот, готово, вернуться к... И видите, вот у нас чуть-чуть шрифты меняются. То есть более приятно читабельные шрифты становятся, если вы пользуетесь русским, допустим. Вот вы что-то хотите сделать. Ну, вот Нитер, как видите, тут уже более-менее видно, сколько чего вкладывать. Это не подойдет. Ну, вот 3-3-3. Ну, видно уже, как что-то там, давайте что-нибудь посерьезней. 1-1, ну вот эту вот воду 32-32-32, то есть, ну, более читабельные, отдай, фиг с тобой, лежит тут.
Вот, ладно, я пошел дальше изучать, как бы, вечери. Контракт делается. Сырая свинина, нить. Отчета. Так, как он пишется? Димон. Так, Димо. Нет, не так. Димо. Так, демонический контракт. На английском у меня его нет. Вот единственный минус русского и английского языка. Так. Демонический контракт. Нету его тут. Куда его сунул? Кто знает, то помнит. Я его не вижу. Может, в какой-нибудь ящичке оставил. Когда что-то тут так, это у меня хранящиеся предметы. Так, хранящиеся предметы. Вот в этом может еще быть. Может, его закинул. Так, Golden я не пользуюсь. Ага, так. Чинг. Во. У меня еще, оказывается, всякой хрени тут дофига было. А я-то мучаюсь. Вот. А, сделал себе пробужденный архиор или хиоровую кирку для того, чтобы попасть в этот ильхиоровый мир. Ох ты ж мать ваша. Ну, повоюем. Но они, как всегда, на расстоянии были. Ой, как я уже все это забыл. Ой, как я тут забыл. Слизняк. А, теперь я вспомнил, для чего я тут делал. Я тут сперму слизней же хотел. Шлизнёк. А, не тут у меня вход в Bedrock его и мир. Вот, я хотел просто спросить, может, кто-то зрителей знает, для чего оно надо. Мир Bedrock. Бедрок мир, мир бедрока. Так, значит, у меня один круг тут, другой там. Надо будет алтарь перенести. Так, вот он. Мир бедрокия. И он вроде бы бедрок ломает. Опа, и мы в мире бедрока. Не понял, а что тут такое все интересное, синее? Вот, для чего он вообще нафиг нужен? Вот тут все в бедроке. Я вот, по-моему, до низа так копался, так что там не грохнуться сильно. Да. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот, все в бедрок идет. Нахрена этот мир нужен? Я не очень понял. Я вон и тут копал. Вот этой киркой невозможно копать. А я вообще нет, в своем квантовом боевом ком. Офигеть, да, мир? О, смотрите. На кой он нужен? Во. И у нас тут даже выход из. А почему тут все синее? Какое все красивое, какое тут все синее. Что я такого не припоминаю. Так, это надо закрыть. А, я тогда с ночным зрением тут был, вот. Железная руда. В принципе, тут особенно такого, как бы, чего-нибудь такого, ну, исключительного я так и не понял, для чего это надо. Ну, кроме как музыки, да, вот. Нафига этот мир нужен? Это что такое? А. Почему тут все синее? Какое все красивое, какое тут все синее. Так. Вот. Так что я не понял, для чего он нужен. Ну, выйти отсюда довольно-таки. Вот. И тут работать. И вот эта вот пробужденная кирка, она только вот бедро ломает.
площадь. Ага, можем даже вот так. А, тут у нас руды есть. Тенк, линия, блок, площадь. А, ну блин, видите, как я давно. В смысле, уголь валяется и не. Вот, пробужденная кирка. Может, алмазы тут накопать можем. А, тут, наверное, в бедроке можно, может, алмазов нехило так накопать. А где тут шлепть? Так. Пэм-пэм-пэм. Так, где моя любимая сумочка? Вот это. Тын-тын. Так, иди сюда. Вся штука ненужная. В сеть уходи. Вот. Ну ладно, я тут уже за кадром попробую. Фонарик тут синий. Так. В прошлый раз был, вроде другой цвет был. Хотя, может, он цвет меняет. И поесть надо. Вот, так что, что я думаю, в следующий раз вызвать этого импа с контрактом. Там контракт, по-моему, надо подписывать. Какой-то с ним надо, в общем, искать, как это делается. Я вообще без понятия. В книге плохо это написано. Я вижу свет в конце туннеля. Тын-тын-тын-тын. Интересно, наверх. А, наверх не выберись. А вот интересно тогда насчет. Так, я дома. И тут возникла такая интересная идея. Если линия блок. А он что? Ломает бедрок, что ли? В любом месте. Ай, тут надо подождать. Так, я подумал, может мне в аду дырку пробить, там что-нибудь, какую-нибудь фермочку замутить. Так, вначале я вообще-то хотел убивать вот этого. Работаем, не работаем. В смысле. Хотел вначале убивать этого самого, ну, чувака вот тут во. Ну, вот в этой вот фигне есть. Тын, площадь. Так, давайте посмотрим. Ну, вот. В смысле? Висим, что ли? Ой, а вверх? А, вот, начал работать. Ну да, глюки какие-то. Что за? Пропустите меня к бедроку, Это что за? Бедолаги. Ага, то есть ты не ломаешь, или надо вставить блок, или мне встать надо. Так, это мы домой отправляем, как бы пригодится. Так. Так, блок. Тынк, тынк, тынк. Не ломаешь. Ну ладно, нет, так нет. Вот, так, где это моя. А, я зачем мне? О, портала моя. Кто не видел? Давайте вернемся как люди.
Так, кстати, Кит начал, продолжил, продолжил съемку. О, по пути можно посмотреть, сколько у меня алмазов накопилось. Не алмазов, а золото. Где-то тут у меня вход. Я ж тут не присматриваю. Так, 809, ух ты. Сколько ж у меня золота? Надо все, мне чтобы вручную переправлять, вон на это по чуть-чуть. Вот 320 блоков. Все с фермы. Татын, 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 татын. Ну, алмазов у меня, короче, то есть золото у меня хоть, как говорится, чем хочешь. Так, тут хватает. Теперь чпок. Тут у меня вроде ничего не работает на данный момент. Во. Ладно, я тут, наверное, уже фигней страдаю, так что почти буду выезжать. Спасибо, что смотрели. Как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии. Надо будет вот этот круг, наверное, сюда перенести. Тут сделать такую маленькую алтарь поставить где-нибудь вот так вот. Тут вот такую навесик и тут поставить алтарь. А то как-то неохота мне. Тут вот еще круги буду какие-нибудь дополнительные делать, они будут работать. Вот этот, допустим, круг, чтобы постоянно не переделывать. Вот, а этот пускай пока будет, работает. Вот. Ну что, спасибо, что смотрели. Кто голосовал за новую сборку Coins, спасибо вам тоже. Ну, зайдите на всякий случай, может, какие-нибудь изменения сделал, и посмотрите, переголосуйте или там поправьте что-нибудь. Вот, оно тут все у нас хорошо работает, хорошо работает. Кстати, хотел посмотреть, я делал или не делал вот этого. Ай, блин, демонический контракт. Если его профукал, то его надо сделать заново. Так, иди сюда. Контракт. А, на русском. Контра. Ах ты ж контра. Ну, тут не будет контракта. Это у нас мод вечери. Вышери. Контракт. Да, слышь, контракт, стиш, ух ты. Демонический контракт. В смысле, а в чем прикол? Сырая свинина. Мутандис нужен, да? Ну, я его сделал. Мутандис у меня есть. Вот он, мутандис. Давайте два сделаем. Вот. То какой-то мне там контракт нужен? Мучение. Контракт мучений, да. Контракт мучений. Так, а, нет, вот так. Сырая свинина и контракт. Демонический. Я помню, что-то там надо своей. Так, pre-shift, more information. Так, usage. Нет, не так. И usage. Живое пламя, испарение, устойчивый к огню, огненное касание, пламя, замедление падения. А, этот как делается? Этот, по-моему, почти текстом написать взрывов. Вот так. То summoning imp use right of summoning циркля map page 50. Т усы так. Локит вич то блоканс сингл демоник контракт вич ит. Бикрафтинг контракт вич тарлокит веншип. Короче.
И, в общем, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Не знаю, когда. Я морально не готов. Так, отдали это. А, он меня уже убил. Уже из-за этого у меня нет. Вот. Спасибо, пока, до свидания, увидимся.